Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про 76-ту річницю депортації кримських татар. В прес-конференції беруть участь Кемал Мустафаєв, землячество кримських татар в Дніпрі, та Абдулаєв Делявер, активіст землячества кримських татар в Дніпрі. Все правильно сказав? Так, так, вірно. Доброго дня! 76 років тому, 18 травня, була депортація кримських татар в 44-му році. Ваші родини якось пов'язані, ваші предки якось пов'язані з цим? Якщо так, то розкажіть ваші історії. Звичайно ж, пов'язані. Ну, у мене і маминих родителей, і папиних депортували в 1944 году 18 мая. То есть они попали в Узбекистан. Если говорить о численности людей, кто куда попал, то это было депортировано с 18 по 20 мая 1944 года порядка 200-240 тысяч. 150 тысяч примерно из них попало в Узбекистан, остальные 50-90 тысяч попали в Казахстан, Таджикистан и на Урал. Больше всего сложностей испытали люди, те, кто попал на Урал, из-за того, что там было очень холодно. Вот мой прадедушка и прабабушка, они умерли там, и пришлось хоронить их просто в снегу. То есть в Узбекистане эта погода была помягче, из-за этого как-то моя бабушка выжила благодаря этому, наверное. Она до сих пор жива, и я рад, что после этих мучений ей удалось прожить такую жизнь и оставаться до сих пор рядом с нами. Так что это очень-очень сложное время было, которое, ну, не хотелось бы, чтобы никто больше перенес его. Да, эта трагедия общая касается каждой семьи в нашем народе. То есть депортировали всех поголовно. Те, кто находились на фронте, впоследствии при возвращении домой их тоже депортировали. Многие семьи таким образом терялись. Это не учитывая того, что во время перевозки в товарных вагонах, рассчитанных для животных, практически половина населения, которое было депортировано, они погибли из-за тяжелых условий переезда и дальнейшей адаптации. Потому что, ну, привезли же, с собой ничего брать не разрешали. Ну, то есть 20 минут на сборы, это как бабушка рассказывала. То есть те вещи, которые на себе были, ни еды, ни воды толком не было. Вот, и сбрасывали в основном в степи, в местах, не приспособленных для жизни. Люди рыли землянки, как-то пытались себе прожить, чтобы не умереть с голоду, но все равно люди умирали от голода, от болезней различных. Хорошо, местное население, конечно же, настроили против, чтобы они вели себя агрессивно, но они увидели, в каком состоянии приехал народ, насколько он был изможден, тем более это были наши единоверцы, они смягчились и как-то старались помочь нам выжить. Не хочеться говорити про цифри, ну, тим не менш, це важливо для розуміння, да, цього історичного періоду. Скільки людей загинуло під час депортації? Да, от? Ну, є офіційні дані, зараз Делявер озвучить, а неофіційні, звісно, відрізняються. Тобто в совєтське час всі ці дані, вони скривались, і до сих пор толком ніхто не може встановити точно. В первый год после депортации, приблизительно, опять же, по данным, погибло порядка 30%. В последующие два еще 20%. То есть первые три года погибло порядка 50%. Это половина крымских татар. То есть если выселили 200-240, 100-120 тысяч умерло, можно сказать, на чужбине и по дороге туда. Потому что вы, кто не представляет, сколько длилась эта дорога, то это порядка трех недель. Три недели везли людей вот в этих вагонах для скота. И непонятно, что они там ели, что они там пили и как справляли нужду. Были, конечно, какие-то остановки, но эти остановки были незапланированные. И там
скажем, 10-15 минут. Иногда люди выходили с вагонов, чтобы что-то приготовить, да, попытаться. Ну, иногда это им удавалось, иногда нет. То есть ехали и рожали по пути, скажем, на чужбину. И такие случаи были. И умирали в вагонах. И приходилось их сбрасывать на станциях, оставлять на станциях, потому что времени, возможности даже похоронить по мусульманским обычаям не было. Що розповідають ваші рідні, да, яких депортували, там, які спогади? От відчувався зв'язок з Кримом все одно там, в Казахстані, в Узбекистані? Був цей зв'язок? Чи вже просто там асимілювалися, осіли і вже ну, от, якби від цього жаху подалі? Вот эта політика, в которой вилилась депортация, она как раз была рассчитана на если не полное уничтожение, то на ассимиляцию. Поэтому был выбран в основном среднеазиатские республики для того, чтобы нас, как представителей Крыма, не осталось. Ну, то есть, вообще-то, это же была не первая аннексия. То есть, до этого политика царской России тоже была направлена на это, но они как-то обращали внимание на то, что скажет Европа, и не осмелились депортировать. Но было такое, что ну, по отношению к коренному населению так относились, что люди вынуждены сами были покидать свои дома и переселяться на земли Румынии, Турции и других, да или другие территории. Что касается уже советских времен, то, конечно, все это давление было. Но связь, естественно, наши предки чувствовали. То есть мои родители, бабушки, дедушки в каждой семье рассказывали, что вот есть у нас такая родина, Крым, мы когда-нибудь туда вернемся. Ну, то есть люди ждали, когда же появится такая возможность. Были тайно собирались активисты, которые обсуждали. Но все это всячески преследовалось, и у меня в семье были погибшие, которые просто находили убитыми, да. Чем такий солодкий Крым для різних режимів? Может, для них это представлялось, что это имело какое-то стратегическое значение, эта территория, как выход к Черному морю. Или, может быть, какое-то, как говорят в России, сакральное значение. Хотя, по сути, никакой связи с Российской империей в отношении истории и политики, он как таковой ценности не представлял. Но им так виделось, такое видение у них. Було і залишилось до сих пор. Ну, можливо, ще тому, що кримсько-татарський народ – це народ, який вміє боротися за свою ідентичність, зберігати свою ідентичність, і не терпів би… Ну, таке підозрення є, від довгого часу в історії ці землі, вони, як наслідство від Золотої Орди, достались в підчинення Кримському ханству і управлялось с Крымского ханства, то есть, но эта политика не была жесткой, то есть направленной на истребление или угнетение, народы не были порабощены, то есть это была часть государства, которое просто платило налоги и исполняло свои обязанности, и давалась возможность развиваться. Как сберегали традиции, мову, от, ну, ми вже говорили про те, що да, політика була направлена на те, щоб люди асимілювалися, да, і забули своє коріння. От як вдавалося зберігати все? Ну, якщо коротко, то ніяк, звісно, тому що не було можливості образувати учебні заведення, починаючи від начальних дитячих садів, шкіл і так далі до вищих учебних заведень. Такої можливості, звісно, не було. Когда мы жили в Крыму, вот моя бабушка была директором крымско-татарской школы, это, наверное, первая, единственная, ну не единственная, но одна из первых крымско-татарских школ в Евпатории, которая была. А в Средней Азии уже таких возможностей, конечно, не было. То есть
среди людей приходилось общаться на том языке, на котором было принято, на русском. И язык удавалось сохранять только на устном уровне. То есть общались семьи между собой. То есть, например, когда рождались дети, первый язык, который обучали, это родной язык. А в дальнейшем, вот я, например, по своему примеру, пошел в детский сад, там уже научился говорить на русском языке. В дальнейшем уже появились единичные печатные органы, там газеты в одном экземпляре, журнал. Это с 60-х, с 80-х годов, когда была некая оттепель уже после смерти Сталина, во времена Хрущева. Я тоже хочу сказать, что всячески препятствовали сохранению традиций. Во-первых, даже 18 мая, да, день депортации. Ну, официально говорят 18 мая, но на самом деле депортация длилась с 18 по 20 мая. Вот 18 мая не давали собираться. И вообще пресекали всякие собрания, знаете, такого рода митинги там не были приняты, чтобы народ не сплотился и не искал никаких методов до возвращения на родину. Еще хочу сказать, что даже пресекалось то, что вот вывезли людей в Узбекистан, например, им надо было ходить и отмечаться раз в неделю, это, знаете, как комендантский час был, что прийти надо на отметку, что ты с этого села, например, никуда в другое место не уехал. То есть, чтобы люди поменьше перебирались в большие города. Это было в начале, то есть 15 где-то лет после того, как выселили. Потом уже люди стали перебираться в более такие значительные города, да, чтобы там было легче жить. А изначально же всех расселили, ну не то, что даже расселили, а привезли и выгрузили, можно сказать, посреди степи. И как хотите, так и живите. То есть, что хотите, то и ешьте. Да, да. Очень сложно умов было. Умов никаких не надали. Нет, никто ничего не построил, не привез в готовое жилье, не заселил. Такого не было. Да, и никогда о какой квалифицированной работе речи даже не шло. То есть, люди, специалисты, они вынуждены были работать на самых тяжелых черных работах. Это на шахтах, в том числе, где-то в полях. И из-за этого, естественно, первые десятилетия была очень высокая смертность среди нашего народа. Но вот в дальнейшем, ну, то есть выживали, ну, какая была возможность. Дедушка, например, у нас пошел печеньком работал, бабушка директором школы была. Ее потом взяли в школу учителем и даже уже хотели наградить медалью за... За педагогичную деятельность. Да, да, что методика у нее была хорошая, образование. Но когда узнали, что она крымская татарка, сразу отменили. Ну, все эти, о том, что вообще такой народ существовал когда-либо, старались не то что забыть, а стереть полностью. То есть не было такого крымский татар. Писали просто татарин, да. Откуда, какой Крым? Вот вы здесь живете, в Азии или где-то за Уралом живите. Такая была практика. Еще пример истребления такого, скажем, был. Вот взрослое население ходило на работу, и первое время, скажем, они работали не за деньги, они работали, можно сказать, за еду, за какой-то обед. Вот взрослые ходили, да, им дадут что-то на обед. И они, не доедая свой обед, приносили своим деткам домой. То есть впоследствии, когда появилась возможность устраивать детей в детдом, то родители с удовольствием сдавали своих детей в детдом, чтобы сохранить им жизнь. Вот сейчас это трудно, да, осмыслить, чтобы родного ребенка сдать в детдом. А тогда делали это из лучших побуждений, чтобы сохранить им жизнь. Ну, дивіться, 2014 рік так само став такою сторінкою в історії, коли кримські татари були вимушені покинути свій дім. Ну, не всі, але велика частина. Да? В мене запитання наступного характеру. Чи повернуться кримські татари додому? Ну, як... Какая-то часть все равно вернулась в Крым, проживает там, конечно... Условия тяжелые, то есть мы все были и остаемся для России, как, наверное, как кость в горле.
Вот. Но есть, когда уже появится возможность для остальных, то мне кажется, что много кто захочет приехать в Крым, тем более у нас есть люди, которые живут в Румынии, в Турции, и они по тому, что их бабушки, дедушки рассказывают, тоже в мечтах, но говорят, вот когда-нибудь мы приедем в Крым, обоснуемся здесь. То есть как только появится такая возможность благоприятная. С удовольствием ждем возвращения в Крым, но, знаете, свободного, чтобы не было никаких границ, чтобы спокойно можно было, как в прежние времена, проехать в Крым и там да. и отдыхать, и посещать своих родственников и знаковые места. Да, чтобы Крым был не зоной, не гетто, а открытой территорией, открытой для всех, чтобы любой желающий мог свободно приехать, посмотреть на красоту, на природу, на архитектуру, на людей, которые там живут, вот. Чтобы их встречали добродушно, а не так, как сейчас рассказывают. Сподіваюся, так воно і буде. Дякую за те, що ви до нас прийшли, за те, що поділилися своїми спогадами, спогадами своїх рідних, за те, що не забувайте історію свого народу. Шановні телеглядачі, пам'ятайте історію свого народу, пам'ятайте, що Крим – це Україна, і що і ми, і кримські татари обов'язково повернемося на береги Чорного моря. І, як сказали наші гості, не буде жодних кордонів, не буде жодних гетто, і всі будуть жити в мирі, в любові та радості. Дякую вам за увагу. До побачення.